Привет! Привет! Мы сегодня будем делать тут пузыри! Вы на канале в гостях. Мы в гостях у Лисы и Егора. И что мы будем делать? Мыльные пузыри. Мыльные пузыри из такого большого набора. Как он называется? Ну покажи, Егор. Ла-ла. Ха-ла-ла. Набор называется мыльные пузыри, вертушка О-ла-ла. Он, кстати, работает без батареек. Большой такой там пистолетик, да? Мыльные пузыри и чашечка. Да, там инструкция, как это все делается. Я вот сама взрывать. Ну давайте, открывайте. Я хочу. Ну открывайте. Так, только не сломайте, не сломайте. Так, разлетелось все. Открыли? Да. Так, стой, ну, покажите, что там есть. Это пистолет, как он работает. О, ну-ка покажи, как он дует. Ну-ка покажи. Это мыльные пузыри так раздуваются, да? То есть тут пистолет такой, потом такая штучка для пузырей, кругляшочек такой, и вентилятор. Потом там тарелочка есть. Егор, покажи тарелочку. Алиса, покажи. И Алиса, покажи пузыри, какие мыльные есть. Ну что, давайте будем попробовать. Наливаем в тарелочку мыльные пузыри. А, его распаковать. Подожди, Егор, встряхни. Наверное, надо встряхнуть, а потом откроешь. Так. Все, открываем, наливаем. И посмотрим, какие у нас сейчас получатся пузыри, да? Да. Так. Да. Егор что-то открыть не может у нас, да? Ну как-то тут. Так, хорошо запечатано. Я буду не помогать. Давай я открою. Давай я открою. Я буду сама быть пузыри. Алиса будет сама быть пузыри, да? Да. И папа у нас тоже не может. О, вот тут запечатали как. Угу. Ну ты не возлей. Ну ты не возлей. Так. О, открыл наконец-то. Ничего, тут запечатали пузыри. Чтобы они не росли. Да. Так. Давайте наливай чуть-чуть. Что? Полностью не наливай. Так, ну что? Все. Теперь закручивай бутылочку эту. Убирай ее. Я хочу. Ну, сейчас Егор покажет, как надо делать, а потом ты будешь делать, ладно? Сейчас посмотрим, будут они вообще или нет. Ну-ка, давай, включай. Туда, только в ту сторону. Получается? Ну-ка. О, какие пузыри полетели. А ну-ка, вверх. Теперь Алисе дай. Да. Сейчас вверх. Ой, какие здорово, какие пузыри полетели. Какие огромные. Ой, здорово, какие пузыри полетели огромные. Я бы только видел бы. Да. Теперь дай Алисе. Намочи. Так, и Алиса сейчас будет. Сколько тут воды уже на столе? Так, ну-ка. О, Алиса, какой пузырь получился. Вот это да! Здорово! Алиса, чуть пониже держи, чтобы нам видно было. О, какие пузыри получаются! Здорово, да? Какие? Так, подожди, намочить надо. Так. Ну-ка. Я хочу. Сейчас, папа, поднимай как. Ну, давай. А, все, потихонечку надо. Сейчас Егор, потом Алиса, да? О, Егора, какие пузыри полетели, да? Папа, какой летит. Здоровский пузырь летит. А, лопнул. Ну-ка, теперь Алисе дай, пускай она пузырь надует. Алиса, так. О, какой пузырь, здоровский получился. Ну-ка. У Алисы тоже получается пузыри делать, да? Кстати, папа, пузырь... Ну-ка. О, какой здоровский пузырь получился. Так, папа, пузырь от крика может взорваться. Ну, если сильно крикнуть, то, наверное, взорвется. Я хочу так попробовать. Не надо. Классно? Да. Ну-ка, давай еще попробуем. У кого самый большой пузырь получится? Ну-ка, давайте посмотрим. У меня. У тебя? Давай посмотрим. Ну-ка, еще. Так. Наверное, надо потише маленько это нажимать, чтобы пузырь надувался медленно. Нет, ну не так тихо.
О-о-о, ничего себе, что же позы. Теперь Алиса. Егор, дай теперь Алиса пускай. Так, вдруг вот туда. О-о-о! Ого! У Алисы сейчас больше пузырь получился, да? Так, сейчас. Ну-ка, сейчас у кого еще? Не, Алиса, зачем ты лопнула? Так нечестно. Давай, у Егора бы тоже сейчас большой пузырь получился. Егор же твои пузыри не лопает. Оу, у Егора тоже большой пузырь получился. Ну сейчас подожди Егора, потом ты опять. Ну-ка показываю. Оу, у Егора какой пузырь получился большой. Не, у тебя сейчас большой пузырь получился. Нет, она мой второй получился. А второй? Так, давай, Алиса, теперь. Все, все, вытаскивай. О, лопнули пузырики. Давай еще. Нравится вам пузыри такие надувать? А ты зачем, Егор, лопаешь Алисины пузыри? Потому что она мою лопает. Так, ну-ка. О, ой, сколько много у Алисы пузырей, да, получилось? Так, давайте по очереди. Ну давайте еще доливайте. Да. Нравится вам игра мыльные пузыри? Да. Гигантские мыльные пузыри с вертушкой о-ла-ла, да? Да, о-ла-ла. Нифига. Это интереснее, чем простые, чем это ртом дуть, да? Угу. Интересней? Да. А, наверное, на улице вообще суперовские пузыри будут. Лето как наступит, мы на улицу пойдем эти пузыри надувать, да? Я. А сейчас Егор тебе даст, и ты будешь. Да. Что дай? Ну-ка. О, супер гигантский у Алисы пузырь получился. Да в этот раз, Алиса, не умоешь пузырь. Ну-ка. О, у Алисы супер пузырь получился. Все, Егор, давай Алиса, пускай Алиса. Это у меня пузырь получился. У тебя супер, у Егора супер гигантский пузырь получился, да? Так, ну-ка еще раз намочи. А если сейчас коровка заляпается тут? Ну ничего страшного. Не, а куда ты в стол? Он в стол улетает. Ты в бок направляй или вверх. Алиса, ты разливаешь. О, пузыри полетели. Пузырь полетел. Ну-ка еще раз. Полетели. О, здорово. О, какой пузырь. Ну что? Всем говорим пока-пока. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал в гостях у Алисы и Егора. Всем пока-пока. И ставьте палец вверх за огромные мыльные пузыри. Да, если вам понравились мыльные пузыри, которые делает Алиса с Егором, ставьте пальцы вверх и комментируйте, да? Алиса? Папа, стоп, смотри. О, как можно делать. Нет, Алиса, постой.